Что ж, первая карта. Начинаем. Первая карта. Энс против команды Тутгай Флеймс. Посмотрим. Так, моя ставка это Энс. Очевидно, Энс это намного сильнее они. У них форма лучше, у них все лучше. Игроки сильнее. Лучше здесь ККТ. Лучше. Карты сыгранные. Батазитики нет, но Энс играют с лучшими командами мира. А как вот Гай Флеймс, как и Team Spirit, они особо не играют с топ-1 командами мира. Только на мажоре вот пересекались. Так вот, понимаем, что топ-1 команды мира могут переоценивать себя, свои силы. Поэтому все может происходить во время мажора. Переоценка соперника. То есть. Вот так. Я пока его раунд не интересный, сейчас его забирает Энс спокойно. Давайте я фулскрин сделаю. А, фулскрин я не знаю, как он выглядит, да? Ну, если справа. Ну, справа, ладно. Либо так, как оно есть. Спинка заканчивает раунд, и второй для Энс. Это пик команды Group Gang Flames, Vertigo. Вторая мапа Нюк от команды Энс, а третья, если не ошибаюсь, Ancient Decider. Посмотрим, как сейчас соберутся Group Gang Flames. Это их первый плей-офф в таком составе. И для игроков, в принципе, тоже. Даже для опытного Роиджа. Сцену мажора, для него это первое. Это вот первый серьезный раунд, фулбайт обеих команд. Посмотрим, как Энс покажет себя в защите. Ну, это, в принципе, неплохой вертика. Я бы даже сказал, это... Даже бы, ну, я бы сказал, это карта для Энс. Так, Снэппи, хороший килл, никогда с разменивает. Хейдес, ой, Хейдес. Хейдес плохо играет на рампе, теряет преимущество для своей команды. Но как бы Флеймс не спешат выходить. То есть тут три игрока А играло. Ого. То есть у них типа 3 А, 1 мид, 1 Б играет. То есть уверены они в своем Б, в своем дуче, в польском игроке. А именно в его науке принятия точки Б. Видите, как бы Флеймс вообще не спешат. Они нашли 2 килла на А, и вот на А как-то особо двигаться не спешат. Идет... Раскид мида от Зефона. Посмотрим, к чему это приведет. А Кингс хотят выходить в точку А. И ждут холбы с мида своего тиммейта, но, видимо, он будет уже от рампы тоже играть. Фукси находит Мадана. Ой, Джаби Сфинкса сносит. Дуча, 1-4. Вот напорник точки Б. Ой, да, точки Б. Ну, Дуча 1-4, это не берется. Но он может попытаться убить двоих, например. Дуча. Сейчас важные киллы. А, нет, Дуча палит свою позицию. Никодас забирает первый раунд для команды Копенгагенские Вованьки, как я люблю их называть. Ой-ой-ой. Разорвал плакат с именем одного известного комментатора британского по Counter-Strike. А тем временем я сейчас чекну чат. Может быть, чат уже... Ку-ку! Ку-ку, чат. Чат, Матвей, не пиши, не кидай сердечки разбитые. Я сейчас на здесь пишу чат, не волнуйся. Так, в своем пике видео я рассказывал, почему Энс победят, я не хочу к нему возвращаться. Локтем зацепил Enter кнопку. Так вот, что тут, пока перестрелка, Джаби, важный килл, да, Хейдес. Очень важная перестрелка, ой-ой-ой, какая ошибочка. Все-таки для Копенгаген Флеймс и для Энс это первый, ну, для этих составов это их первый матч в плей-оффе Джеппи. Хороший поджим. Хорошее ожидание поджима, хорошее чтение от него.
Ну, Кобига и Фрэмс опять никуда не спешат. Они 4-2. Я вот этого не понимаю. То есть, вот этот 4-2, ну хорошо, они хотят типа растянуть оборону. Но так вы заберите, вот вы убили поджим, а вы вот зайдите втроем вместе уже залетаете на точку А. Там один чел, скорее всего. И там чел с Б не перетянулся. Перетянуться не успел бы. Но, не имея их учить. Они все-таки вышли на мажор в плей-офф, и они... Спинг нашивает дым. Джеби делают хороший килл. Доча должен сейвить. Один из самых скилловых польских игроков в данный момент. Сейчас. Это сейв. 2-2. Пока что. Это пик команды Kobe Gunning Flames. И посмотрим, как... Самый скиловый польский игрок это Левандовский. Блин, мощно, да, мощно. Не знаю, сейчас, может, да, да. Окей. Сейчас, сообщение. Не, я имею в виду, в данный момент в Counter-Strike. То есть это, наверное, самый реально сильный, потому что Энс топ-3 мира, это раз. А во-вторых, у них единственный поляк это Дуча. Ну, и он играет на очень хорошем уровне против топ-тир-1 соперников. Поэтому... ну что есть, есть. Играет экономический раунд, будет играть от одной эмки, Kobe Gunning Flames, и пытаться... находить скиллы. Дуча! Агрессия на рампе. Обернется ли она успехом? Ой-ой-ой, Дуча! Он играет с ВХ на сцене. А тем временем, это у вас выход на Б, потеряли на А и... Подготовка на Б, Спинкс добивает Джеби. Ой, Спинкс, Спинкс оставляет красным Зифона. Дуча добивает Зифона. Ой, Дуча убивает Никодаза. Хукси 1-3. Хукси убивает Хейдеса. Дуча закрывает этот раунд. Охренеть. Им нужна всего лишь одна эмка для того, чтобы выигрывать раунды. Вы о чём? Вот что тут было? Блять, он вот после шару выстрелил, понимаешь тут? Он добивает Зифона, убивает Сайти и убивает... Я вообще никого не видел. Ну, это такие, это типа новые игроки. Ну, мог разве что вот Ройджи. Ой, какой хороший анбустик. На первый тайминг, а Дуча подозревает о бусте, ну, о ранбусте, видимо, подозревает, поэтому Малик и откинул. Ройч это игрок, это вот самый старый игрок, наверное, у них, ну, в этом матче. 28 лет, нашивает Хукси по дыму, команды, ну, он в Мэнлайнсах играл. То есть, ну, это тир-2 игрок опытный. Опытный тир-2 игрок. То есть, он больше на таких... Ой-ой-ой, Дуча. Блайнд убивает Никодаза, Ройч разменивает быстро. И ситуация 2-4 для Энс. И капитан команды, если не ошибаюсь, Снэппи, принимает решение сейва. Давай даже посмотрим, кто у них капитан. Я просто тоже, я чтобы не сидел за огоньками и за энцами. Так, тут у них Хукси, капитан огоньки, а тут Снэппи, да. Как-то так. Вот арена Антверпа. Бельгия принимает впервые CSGO мажор. Впервые за всю историю CSGO. Не знаю, насчет 1.6 там, да, то есть, может, и были какие-то VESC, World eSports, что-то там. Так, это фанат Fnatic, ой, Vitality, извиняюсь,
Это вот, вот они, фанаты французской организации Vitality, а точнее их французско-датского состава, который, к сожалению... Ой, пикемы. У меня такой же пикем, только у меня в финале побеждают не Na'Vi, а FaZe Clan. Я об этом тоже говорил, почему FaZe Clan победят в этом мажоре. В том самом пикем видео. Кстати, Матвей, интересный факт. На моем... Блин, сейчас улыбаю. После этого раунда я тебе покажу интересную вещь. Ну что ж, опять Купиан и Флей... Ой, Энс будет... Ой, Роэш опять. Рамбустик, его видят, Дуча. Ой-ой-ой, ну Роэш, так... Так промазывать с мольками. Роэш хочет, находит килл по Дуче. Очень важный килл. Дуча это главный сейчас стрелок на карте. У него 10 на 3. Уже 10 на 3 было, 10 на 2. Он такая надежда для Энс. На карте Зифон находит Мэддена. Мэдден ловит неудачный такой тайминг, я бы сказал. Когда чуть-чуть затряслась вся рука, и в этот момент тебя чел уходит на шахте. Ну, бывает. Но наклейка на голом авике. А там эта наклейка стоит дороже твоей квартиры. Сейчас. Вот это у него наклейка. Хотя, или... €4000 стоит наклейка на пустом авике. Это так, я держу в курсе. Вот это она. €4000. Ну... Джеби... сжигает... Ой-ой-ой. Никодас. 1-2. Никодас это клатч. 10 секунд. Хейдес должен играть максимально грамотно. Для взятия этого раунда Хейдес играет максимально грамотно и берет этот раунд. Так вот, интересная статистика. Мы переходим на YouTube студию и смотрим мое видео про Legend Peak Games. То есть, пикемы плей-оффа. И мы видим, что тут 19 просмотров. Это новый рекорд. Новый рекорд на моем канале. За мою карьеру. 19 просмотров на видео. Как тебе наклейка, кстати, за €4000 на пустом мавике? У меня инвентарь столько не стоит, понимаешь? Тактическая пауза уже от Купиан и Флеймс была от Энцов, и Купиан и Флеймс хотят... Да-да-да. И Купиан и Флеймс хотят вот это граффити. Купиан и Флеймс на этом мажоре. Каждая команда на мажоре получает граффити. Ну. И это граффити могут использовать каждый игрок, который купил пропуск за определенную сумму. Он получает медальку и получает граффити и возможность делать пикемы. И за это, за правильные пикемы, улучшает свою медальку. У меня медалька самая говняная, бронзовая, потому что первую стадию я... Не смог напикать, ой, хорошая тут хорошая попытка. Джеби убивает Дучу, Спинкс убивает Хукси на лестнице. Спинкс, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хороший килл от Спинкса. Роэш тут подозревает. А Снэппи, ой-ой-ой, мистайминг ловит Роэш. Буквально, вот просто миллисекунда. Если бы он задержал бы, ну, если бы он продолжал бы холдить сайт, он бы, может быть, убил бы Хейдеса. А так, Хейдес. А Хейдес не видит, да? А, Снэппи, раз. А по второму не знаю. Есть бомба, и все. Никодас либо должен сохранять винтовку свою Галил, либо умирать со всеми. Да, он умирает со всеми, и это пятый для команды Энтс. О, Кася, смотрите, что-то Марк писал. Тебя приехал или нет там? Потому что он писал тебе сегодня в 11:00 приедет, но... Наверное, по киевскому времени приедет, и не сообщение, ничего.
Хотя он написал бы, типа, я приехал. Он же вроде бы хотел написать, что он приехал. Ой-ой, Дуся! Дуся! Ну не надо, что ты деревяшку прошивает, идет. Дуся убивает двоих, Спинкс. О-хо-хо, Спинкс зашимает троих. Какой же красивый спрей-контроль от данного игрока. Шестой для Энтс. Кобиган и Флэнс всего лишь три раунда забирают. Ну посмотрим. Посмотрим, может защита в уровне Киев будет какая-то невероятная. А атака Энтс, например, подкачает. Я думаю, этот матч закончится 2-0. То есть, ну, я перед матчем так, ну, рассчитывал, что типа 2-0 закончится, и мы быстро перейдем к просмотру какие-то видео или сразу Нави, там как они будут. Спинкс. Есть килл по Зифону. Спинкс. Спинкс. Хороший килл по Хукси. Куперган и Флэмс не находят open фраг. Тут хороший пуш от Мэддена на малой. Это конец. Это седьмой для команды Энтс. Конец. Седьмой для Энтс. Ой, Снэппи. Ну вот зря это было. Джебби. Блять, ну вот типа издевайтесь. Вот типа... Два чела, вот зачем открывать? Зачем вам двоим открываться по двум челам? Я вот этого никогда не понял. У тебя преимущество 5-2. Ты открываешься чуть ли не по одному. Джейби. Ну, вас по одному убили, значит, вы по одному открылись, логично. Но, что это было? Играть нестандартно, Мэйден и Спинкс двое на короткой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Мэйден, Мэйден. А второго не ожидают. Если первого убьют, нет. Мадден. Мадден или Мэйден. Мэйдена не убивают. Или Маддена не убивают. И совершает свой план по пушу. Хороший раунд для Маддена. Минус 3 в этом раунде. Лучший игрок этого раунда. Ой. Так, Ройдж, очередной ранбустик. Ой, это... Они все в блайде были. То есть, это такая доигрывание? Это столько так долго надо доигрывать, чтобы челы накинули флешку в тот момент, когда он разгоняется. То есть, это надо ловить тайминг. Причем, они же там много флешек не закупали. Они кинули две флешки. Они кинули две флешки, и они успели не заметить Ройджа, который залетел. Хорошо, хорошо играет командно. Но и Энтс тоже имеет хороший... Вот, Катя, интересно, я так не знал, что можно так пикать аккуратно. Типа как контроле. Я буду так, когда на вертига играть, я буду так делать. В следующий раз. Если будут еще стримы по Counter-Strike. Мэдден. Ой-ой-ой, ну, Хэдес открывается плохо. Зифон находит по нему киллу, Снэппи уже первого убивает. И он это... Дожидаться тиммейтов, играть вместе с ними. Снэппи. Снэппи, раз. Уже, то есть, два, да? Мадден, Мадден. Ну, Мадден сам играл. Зачем? Зифон уворачивается от флешки, и красный игрок остается в живых и делает. И makes some big trouble. Makes some big problems. Так вот, Спинкс и Дуча. Бомба. Бомба. 20 секунд. Надо выходить в точку А. Огонькам. А тут Тёс не ожидает на бусте Зифон. Ой-ой-ой. Дуча двоих убивает красиво. И мы видим то, что Энтс уже в огне. То есть они берут большое количество раундов подряд. Давай сейчас посмотрим, какое. Давай посмотрим зал. И кто же заберет этот титул? Вторая тактическая пауза от Вурунь Киев с Копенгагену. И... Сейчас. Ну, Зифон хорошо сыграл этот раунд. Мадден. Какая же жиза. Жиза. Это не Мадден был, а вот этот, который открывался первый. Я не помню, какой это был.
Но Хейдес, не помню. Так вот, Энц уже берут какой подряд? Напишите, пожалуйста. Блин, нету записи Пилата. Ой-ой, отходят. Хейдес, это его шанс. А, да, это Хейдес все-таки пикал. Снэппи с Хейдесом играют вдвоем на А. Играют свой нестандартный, ну, играть нестандартно для своей стратегии, потому что они любят играть 3А. Ой, спин собирает много информации по точке мид. Это очень важно. Это очень важно. Они, то есть сейчас спин говорит, пацаны, они все внизу, они все под нами. Мид чисто. Ждите Б, пацаны, станьте Б, куда? Спин идет на Б, спину. Амаден дожидается, должен дожидаться, он играет на скваде. Ой, Родж. Маден, без шансов, сносится. Противника Медуча. Должен дожидаться Спинкса, а тут его ждут. Спинкс убивает Никодаза. Но Зифон быстро разменивает. Таким же нереальным киллом Роэш. Молик за Электрик. Это 2 в 3. Кубинаги Флеймс растеряны. Они так быстро теряют тиммейта. Дуча убивает Роэджа. И Джаби. Это его 1 в 3. Это его клатч, который выведет Копиган Флейм снова в игру. All or nothing. Нет. Хейдес убивает Джеби. И это 9-й для команды Энц. Что-то на португалище не переведу. О, какая красивая тень падает, да? То есть хороший свет. Кстати, я узнал, что вот этот антверпенский стадион, он второй по популярности стадиона в мире. Он уступает только Madison Square Garden. Я имею в виду по посещению. Он уступает только Madison Square Garden, на котором все, да? Да, оказывается, и в Антверпе дофига. Да, да. Но это я вычитал в этом. Оставлю с этими наклейками. Фулбай, ладно. Давай фулбай, и я тебе покажу, где я прочитал это. Мадден. Мадден раз. Мадден два. Опять. Мадден три. Умница, Мадден. Ну, этот раунд закончен, да? Так. Я сказал вынос кубка. Вынос кубка. Это, да, подожди, сейчас. Там хаешка хорошо дамаг нанесла, видимо. Биджейл менеджер Антверп. Сейчас. Я как-то помню просто, я не помню, на каком сайте. Я веду, на сайте я запомнил, но я просто не помню, вот. Сейчас. Может тут Катя была. Место проведения. Антверп. Жил менеджер Антверп, стадион, просто напишу. Ликвидпедия. О! Так, тут быстрый мид, как я понял. Но Копиган Флеймс без автоматов ничего особо не могут, Джеби. Подучи сделает важный килл, Спинкс, но Спинкс как бы тоже на чеку, Хукси 1 в 3, пистолетиком 1 в 3. Ну,
Так, also called simply as Vina in Antwerp. Audience. Не, сейчас. Наверное, на русском, а то я не хочу сейчас пока думать. Напишу стадион. Последний раунд половины, давай его посмотрим, сейчас важный раунд. Но Энс доминирует, я не знаю, что сказать. У Капитана Флэмс, у них не работают страты, ну у них не работают страты. Маден по Никодас заходит. Никодас, да, знаешь, кого он напоминает этого? Помнишь этого украинца, который такой, типа, весь такой полный, и он, типа, жрет на камеру? Ну, не, 1-4 для Зифона, это... Не настолько скилловый игрок, чтобы... Зифон убивает Мадена. Ладно, давай английскую Википедию. History, Sports Events. Концерт. Many world music stars have performed in the ring, including... AC/DC, Adele, кто это, блядь? Они. Или Скупер. Если Кис, она. Риана Гранде. Ну это популярная какая-то певица нынешняя. Не знаю, кто это. Бейонс, это популярная. Очень. Боб Дилан. Бон Джови. Бритни Спирс. Бруно Марс. Бруно Марс, кстати, известный. Брайан Адамс, Адуэйлера, Coldplay, Deep Purple, ух ты шима. Deepish Mode это, да? Я не знаю, кто это. Eagles, о, Eagles, это... Эрик Клаптон, Бон Джови, да. Green Day, тут были, выступали Green Day, Guns N' Roses, Iron Maiden. Это последний раунд, я слышу. Ой-ой-ой. Возьмут ли Энс? 13-й. 2 в 2. Дуча 1 на сайте. Сфинкс 1-2. Это важный клатч. Это либо закрытие карты, либо Капитан Флэмс продолжает борьбу. Никодас. Никодас оканчивает серию раундов. Невероятных от Энс. Их серию. Дженнифер Лопес. Джастин Бибер. Кенни Уэст. Катя Перри. Короли. Офлайн. Леди Гага. Ну, Леди Гага тоже показатель. Лана Дел Рей. Лана Дел Рей. Тоже, можно сказать, известная. Ну, такая значимая, я имею в виду. Мадонна. Опять какой-то быстрый раунд, Хукс убивает снайпи, Мадден разменивает. И один Мадден играет на миду, посмотрим, как реализуют эту стратегию Энс. Ой-ой-ой. А Мадден должен был услышать нолик, Ройдж. Должен был услышать, как он достал автомат. Ой-ой-ой. Джаби находит Маддена. Очень важный килл для закрытия раунда. И сейчас просто надо принять Б огонькам. Ой, Зифон. Хороший килл по Хадесу. Спинкс! Ой-ой-ой, дяденька. Включился. Но Ройдж все-таки дяденька посерьезнее, ведь он с автоматом. Так. Они просто с Queen тут выступали. Queen 2. Три раза. А, нет, два раза Queen. Rage Against Machine, Rammstein, Риана, ну... Rolling Stones, тут выступали. Скорпионы, ну, Скорпионы везде выступали. Но все равно значимые, да. Sting, ну, Sting это да. The largest venue the band has ever played. Хейда снимать Никодаса. Ну, опять какой-то раунд и не отдают.
Ватни Хьюстон. И Хан Циммер. Ну, скажу так, Циммер очень редко выступает где-то. Очень редко. Циммер это композитор очень многих голливудских фильмов. Он пишет невероятные саундтреки к фильмам. Тоже, например, Интерстеллар. То есть, вот, саундтрек Интерстеллара писал Ханс Циммер. И, в принципе, он писал для многих голливудских фильмов какие-то композиции. И если он выступает с концертом где-то, то это очень значимое событие. Шестой для Огоньков и первый Full Buy от Энс. Хейдес практически находит килл с Дучи на точке Б, но Рояджа прощает они, Спинкс открывает сейчас будет, как раз будет по миду со Снэппи. Спинкс конструкции проверяет, а надо сидеть сейчас. Открывается левым плечом, Спинкс умирает, остается один Снэппи на миду. Дучи и Хадес пока раскидывают мид, а двое тянулись уже на мид. Джеби, хороший дамаг по Снэппи мог бы быть, даже, наверное, убил бы, но если бы не стенка. Джеби нашивает в дым. Ой-ой-ой, Джеби! Бывает слепой Дучу. Это важный килл. 3-5. Смогут ли пацаны из Энс взять 13-й? Ой-ой-ой. Ладен умирает от Джеби. Хадес Кукси убивает, но Джеби разменивает. И Тихон последний делает килл по Снэппи на миду. Жаба. Джеби. Не, у него и в конце. Ну, понял, да, жаба. Ха-ха-ха, смешно. Кекве, кекве, кекве. Ой. Вот два капитана, Снэппи и Хукси. Их показали статистики, сейчас сравнили, кто лучше настреливает. Ну, а стреливает лучше всех Дуча, очевидно. О, Никодас. Не находит килл. У меня реально Никодас, у меня вот этот чел всплывает в голове. Я не могу. У меня вот эти дискорд мемы, которые я кидаю с ним, это... Роэш перестреливает Дучу. Важный килл. Убили главного киллера. Команда Энс. Роэш не убивает уже Мадена. Никодас не попадает. Авокадо Никодас. Так, Джаби. Джаби. Находится килл по Спинксу. Трое будут выходить на точку А. Им надо выходить. Ну, о, Хадес, хорошо, килл по Жабе. Хадес. Ой-ой-ой, ну, так не вовремя. Хукси поджал. Ой, Никодас, Никодас. Все-таки включается, и Снэппи 1-3, капитан. Есть по Никодасу килл. Плохо открывается. А читает ли спину Снэппи? И Снэппи улетает из 40 какого-то этажа. Карты Вертига. И это... И Копиганик Флеймс камбэкают. Ой, зеркальные эти. Точистка от Энс, вторая уже на этой карте. И... Ой, Спинкс. Ой, Снэппи, извиняюсь. Снэппи, пока что-то почилил, послушал капитан, послушал тренера. Тренер сказал, пацаны, херню делаете. Надо... Им надо... Еее, крауд, я висел лайв. Я когда смотрел Стокгольм, стокгольмский мажор. Боже мой, такая духота была. Такой тихий зал был, ты бы знал. Там комментаторы как-то пытались разогреть, там едва-едва было его слышно. Я покажу, мы после этого посмотрим видео с самыми мощными криками толпы в Counter-Strike. Да, то есть Стокгольм был вообще печальный. В плане организации был херня. И этот в плане организации такой себе. Маден по Никодазу килл. Я скажу, почему организация плохая. Во-первых, очень много было моментов в группе, когда попадал звук.
Просто пропадал звук игры, комментаторов и всего. Ой, Роэдж нашивает дочу. Роэдж нашьет опять все с дыма и убьет, наверное, нет? Роэдж ожидает шорт. Ой, Снэппи вовремя вылазит, Роэдж разменивает моментально. Мэдден Зифона находит на минуту, видимо. И... Пацаны, Хадес убивает сайт. Пацаны, выходите, Мадден. А Мадден раскинет... Мадден раскинет В? Типа. Ну, Джаби. Джаби. Это та жабка, которая может продолжить серию Кубика и Флеймс в этой борьбе. Он знает про сайт, он знает, он понимает, нигде больше не может. Бомбу-то поставил. Ой, Спинкс перестреливает и включается Энс. Очень вовремя включается Энс, потому что могли сейчас отдавать камбэк. Могли отдавать камбэк. Не знаю, вот когда мы играем Vertigo, у нас Т-сайд намного сильнее КТ-сайда. То есть мы за Т-сайд можем камбэкать спокойно. То есть у нас есть... когда я играю не с пацанами по фану, а Спинкс... Ой-ой-ой! Три open фрага! И нету ответных киллов от Копигами Flames. Раскидка А... раскидка Б-сайда идет. И... Этот раунд окончен, да, и это будет наша вся себя шкана. Так вот, о чем говорил? О том, что мы когда играем в Vertigo, никогда не обращать в ноль. Они сыграли full buy в ноль, они никого не потеряли. Деньги есть, можно поесть. То есть у нас... Ну вообще, то есть они как бы от флешки-то отвернулись, да, но они просто индивидуально. То есть это те раунды, которые вот как фейс-клан берут. Вот как фейс-клан обожают брать. То есть типа просто перестреляли, реально. То есть ситуация, когда они выходят вообще типа в мертвую ситуацию, но они перестреливают и берут раунд. Или отдают раунд, такое тоже бывало. Ой, а тут можно подсадочку делать? Ну, у меня такая посадка, ну это типа ты шорт смотришь, хорошая посадка, но я люблю немного другую делать, когда на А играю. Но я больше игрок на Б. Пусть меня любят ставить на А, да, я говорю, не пацаны, я лучше играю на Б. Но Б всегда занято в нашей команде, поэтому мне приходится подстраиваться под команду, ну, что есть, то есть. Кидая смок на рампу им, пистолетики у огоньков. Надо ожидать подсадки, пацаны, ожидайте подсадки. Ой, Адуча ожидает правильно подсадку, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Снэппи, хороший гил по Роджу, но чуть не отдал. Не отдал. Ой-ой-ой. Чуть не отдал свою душу Господу. Спинкс делает два килла, хорош. А, не, первый. Прям. Мощный килл Снэппи. А Снэппи читает, шо? Никогда убивает Снэппи, он теперь 1 в 3, у него есть Дигл и Сэмка, но... Это 15-й, и это матч-поинт для Энс. Мап-поинт, извиняюсь, не матч, а мап-поинт, потому что это карта, матч это все-таки победа уже. Мап-поинт, или камбэк. Или это камбэк будет? Не знаю, я болею за Энс, мне нужны Энс, потому что у меня не в пикейме стоят. Но они, то есть есть хайлайтики, но нету... Вот фейс-нип были намного интереснее. То есть, ну, в плане хайлайтов, каких-то тактик. То есть тут просто пацаны, то есть, медленно играют. То есть, вот, допустим, вот это исключение, да, вот этот раунд, когда вот Мадден просто идет пушить вот так вот, соло. Убивает, молодец. Но это закуп на фул... Ну, и вот и сейчас на шифте команда Энд станется на точку Б. Они сделали open по А. Ой, Снэппи. Ну, Снэппи. Ой, Снэппи, хороший килл по рампе. Снэппи говорит, поджали, шорт. Джейби ловит в полете Снэппи. И 2 в 2. Мадден. Тут один. Хотя нет, у него пробегает четверочка. Ой-ой-ой-ой, Спинкс. Спасает свой тиммейт и... Зифон. Должен...
брать этот раунд, чтобы спасти надежду. Первый килл по Мадену. Спинкс получает моментальную информацию о том, где он. И Спинкс, один из лучших игроков на этой карте, должен играть ситуацию. Играет нестандартный Спинкс за сайтом. Зефон делает 1-2 клатч, и он убил, и он успевает. Это надежда для Копенгагена. Ему даже не нужны дефьюз-киты, чтобы раздефьюзить бомбу. 10 секунд достаточно, чтобы бомба была обезврежена. Тактическая пауза от Энса, они понимают. То есть раунд хороший был. Без шуток. То есть, ну, как сказать, блядь, они был херовый раунд. Они должны были в ноль его забирать опять. То есть они очень много напа отдавались по-тупому. Надо играть надо играть аккуратно. То есть тот же Спинкс, который, если не собираюсь, Спинкс. А, Маден. Маден, который. Никодас is my dad. Let's go, Flames. А у Никодаса есть типа семья? Я сомневаюсь в этом. Но хороший клатч от Дефона. Классно сыграл. Мне кажется, камбэки большие. Матвей, вот есть такой камбэк, знаешь, я покажу тебе видео с камбэками, хорошо? То есть я тебя буду погружать в базу Counter-Strike. Было очень много камбэков, которые решали полуфинал мажора. Камбэк с... То есть был камбэк, помню, после одного момента, мощного, и после этого команда не смогла взять ни один раунд на карте. Но тут играют две команды, которые, во-первых, не фавориты никакие, а такое мясо для Na'Vi. То есть эта команда, это мясо для Na'Vi или Heroic. Но я думаю, Na'Vi все-таки выйдут. Дальше, Spinx, хороший килл по Хукси. 3 в 3, Энс. У них Маппойнт. Спинкс, хаешечка по стерс, но Джеби особо не получает урона, роет уже миду Маден. А Маден на люркерах, идет с точки А, говорит, точка А чисто, пацаны. Они все у вас, снэпи. Бомба. А бомба на первом этаже? Никодас? Снэпи убивает Никодаза, роет, разменивает. Это 2 в 2. А про бомбу КТ не знают. Копенгаген Флеймс не знает, где бомба. Маден. Все-таки приходит с точки А. Джеби 1-2. Очередной клатч. Есть первый. 27 секунд. Маден. Читает ли Мадена? Опять Копенгаген Флеймс берут раунд тоненький. То есть этот раунд должен был закрываться от Энс, но... Очередной клатч. Берут Flames. А что тут по одному они открылись, я не могу понять. Роэдж, агрессия на рампе. Роэдж, оправдана ли агрессия? Роэдж оставляет Мадена красным, как и его. Два красных игрока. Ой, Маден, вот он красный, никогда заубивает. То есть одна пулька в голову, Роэдж говорит, давай я тебе отдам более дешевый девайс. Пусть ты с фуловой Кукси сыграешь. И на спокойном стяжка на Б. Это молик на дерево. Хороший молик на дерево. Правда, если вот здесь... То есть, отсюда можно кидать молик? Блин. Мне надо, короче, научить... Кукси, ну не ожидаете вы подсадки, снэпи. Зная, что подсадка-то была. Убивает на шарте Бустгая, да? Ой, Зефон. Хаешечка по Мэддену. Это важный килл 3 в 3. Опять ситуация равная. Кукси, Спинкс, идет по киллу. Джаби, 1 в 3. Это черный клатч? Нет, это карта за командой. Мапа. Одна мапа.
отделяет Энца от полуфиналов этого мажора. И Копенгаген Флеймс одна мапа от вылета. Тогда давай посмотрим. Все, все, да. ГГ, да. Ой, это они будут Блин, нет, это не будут, это фигня. Я не люблю. Не, Five нет. Comebacks ever. The greatest comebacks. The best years of mine. Greatest comebacks. Топ 10 major comebacks. Но major comebacks. Ладно, давай вот этот. Это видео, оно хотя бы долгое. Да. Да. Номер 10, поехали. О, я знаю, что это за буст. Я знаю, что это за буст. 33, мажор. Они делают подсадку пятером. И они с КТ базы убивают... Они видят всю карту с КД базы. И они смогли камбэкнуть. Но на самом деле этот... короче, они... да, подсадка пятером. Нет, четвером они вроде бы делали ее, кстати. Это они делали на своей базе КТ, и они видели всю карту. То есть они видели вот тут А, если кто-то заходит, и видели Б шорт. Это было невероятно. Но на самом деле, увидев это, организаторы сказали: люди, давайте мы засчитаем этот буст и матч, эту карту именно, эту карту... Типа неправильно, знаешь, отменим его. И давайте его переиграть с счета 32. Типа, чтобы было по-честному. Потому что это такой был нечестный буст, и они выиграли эту карту. Но потом на следующий день сказали: давайте вы типа переиграете, но Фнатики заморозились и сказали: не, мы не будем играть. И команда LDLC прошла дальше в полуфинал или финал, уже не помню. In case you haven't heard us explain this one before, Olaf Meister got a boost up into a system. Да, 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 да. И реально, на оверпассе... Оверпассе есть вот это граффити. Ну, это называют граффити, это как... скорее как... Обозначение, типа, не перелазить, потому что они отсюда вот тут всех убивают. Но... Meister got a boost up into a specific spot on the map where he could see his opponents, but they couldn't see him, giving him free headshots every round. The boost allowed Fnatic to take the map all the way back, eventually winning. Видишь? Счет 16-13. Of course, at the time, many people were pretty frustrated and upset by the strat. Так, ну то есть как бы все потом сказали: блин, это было неправильно. The result was eventually overturned, giving LDLC the series. Но они отказались переигрывать, и в итоге LDLC взяли этот мажор в финале. Вот эта команда. А что это? А, это фигня. Это фигня, не камбэк. Ну тоже это какой-то, блин, камбэк с какого-то лана. Ну, Фейс Клан, да, камбэкнули. Конечно, без Б. Не, фигня. Где нормальные камбэки? Где вот этот баян вот этот? It is probably the most ridiculous comeback I have seen in ages. Look, back in 2013, NIP were on top of the world. They were in the middle. Фигня.
Does Pro put some respect on their name? Down 15-3, and they take it in OT. You heard Machine say it. VP were down 12-3 at the half, and then Ents won three more to extend their lead to 15-3. Ents were on match point. The VP were not going to go down without a fight. In fact, это, конечно, классное, да. Короче, Virtus.pro — это российская организация, которая в итоге Outsiders называется. Это онлайн, то есть это плей-оффы онлайн, это когда ковид был. Играли команда Ents против Virtus.pro. В Ents тут можешь увидеть Дучу, Спинкс, Дота, Снэппи. Ну, Дота нету уже, да? Снэппи. Алу и Дота поменяли. 15-3. Just have a very fast flank, but it's been held by Jane. And there you have Virtus.pro. That's right. They won 13 rounds in a row to push it to overtime, where VP took it home with a final 19-17 scoreline. Not so easy for Ents. Now a second. Perhaps they can finish it right here, right now. Up against the odds, Jane. Jane time. Jane time. Missing his shot. Oh, no way! Oh, это вообще, это то, что надо, да. И короче, да, реально, Virtus.pro смогли с 15-3 камбэкнуть на 15-15, овертайм и закончить 19-17 на Dynasty 2. Это вот так вот, 12 раундов подряд. Кубифайр — это капитан, будущий Куколдыш, будущий капитан Нави. Команде Cube of Fire, Elite Major 2018 год, аутсайдеры настоящие в группе Легенд. И Mousesports мы видим тут, тут мы видим Робса, молодого. И тут реально невероятный камбэк. А пока, друзья, покажи скоро раунда. То есть там тоже, типа, с счетом 13-2, они легально, они причем легально смогли 13-2 камбэкнуть. 13-2. И потихоньку камбэк начался. QBF won 5 rounds, lost 1, and then took 9 more rounds in a row to win 16-14 and lock in a spot in the bracket stage. QBF might not have won the major, but they proved that they deserved a spot. He can't actually stop it from being defused. Melina, Bubic is already on it. Sonny, he can't stop this from happening. What an incredible story here. 16-14. Keep a fire. Quantum Ballon d'Or fire. В итоге. At number 3, we have a major winning comeback from Astralis. Bomb has been picked up by Dupree. They get the spray near. Seven straight rounds. А, ну это фигня. Фигня. Камбэк тут не такой уж был. Курьезным. Были покурьезнее камбэки. Которые. Ну видишь. Первый мажор для Астралис 2017 год. Аталанта. Вот так вот. О! Поехали! Калдера! Бразильская. Счет 15-9. Это полуфинал. Ликвид тогда имели Симпла в своем коллективе. Это был Ликвид, это был невероятно сильный состав, который был фаворитом этого мажора. Самая сильная, одна из самых сильных команд в мире на данный момент. Ну, в тот момент. Графи сейчас этого сделали. Да, сейчас увидишь почему. Счет 15-9. Матч. Ну, типа, map point для Liquid играет против аутсайдеров настоящих, которые ничего не ждут. Мультики. Ах, знаешь. Ну, и. А тут камбэк был. 15-9. И после невероятного момента от Coldzera. Here comes once again. Your face. Бом. И. 10-й раунд, Luminosity Gaming.
И Illuminosity камбэкнули, не отдав ни одного раунда. Батька Fallen уничтожил компанию Liquid. FNX, Taco. Это тогда было. Бразильцы, вот они, это их первый мажор, первый полуфинал. И вот в итоге первая победа. Ну, да, да. И в итоге ни один раунд не отдали. Они закончили карту 19-15. Это база, это реально база. Вот они, легенды, 5 бразильских игроков. А давай я пока построю, а матч есть. Деп. Такой очень будто матч начался у меня. Нет, еще не начался, но сейчас уже начнется. А потом был, вторая карта была кэш. И там тоже было типа 15-10 счет. И там Luminosity, опять камбэкнули с 15-10 на 19-17. И они вышли в финал, где встретились с Na'Vi, и они выиграли первый мажор. А. А, 15-6 даже было. О-о-о-о, 15-6 было. Я вообще не дался. Это база. И они вышли в финал. Аутсайдеры. То есть, представь, если бы Фурия бы встретилась с Фейс Клан в полуфинале, и Фурия бы два раза подряд камбэкнула бы на двух картах. И закрыла бы 2-0. И вот моя нелюбимая команда самая, и мой самый нелюбимый коллектив, который за всю свою карьеру выиграл только один мажор, один турнир. Камбэк! Без Б, я. Финал. Было 15-11. У них нету времени. Матч поинт для Фейс. И тут. И начались допы. А, не, не допы, пока. Сейчас. Гэх, Владислав Ковач. Херган. Я потом расскажу про этот финал, я, ну, поподробнее. Почему вот проиграли Фейс? Непонятная стяжка. На 10 секундах они на Б приходят, ну. То есть они были на точке А, пришли на точку Б. Ну, а... Потом было 2 овертайма. И впервые они берут мажор. Так вот, в чем была суть проигрыша? Суть была проигрыша в том, что, во-первых, арена этих аутсайдеров так сильно продвигала, так кричала, что она перекрикивала всех других фанатов. То есть мажор проводился в Бостоне, это город в Америке, как ни странно. А Cloud9 это американская команда, где 5 американцев играют. И... Ну, там такая поддержка была, знаешь, там типа чел кидает с базы в дым, ну, дым на мид, допустим. И там, допустим, вот камера показывает всем, вот, на стадионе, как этот смок летит. И он попадает в правильное место. И там просто зал орёт. Типа, ура, там, типа, упал смоком.
И то есть, и там, то есть, когда там раунды брали, типа, противники, то там зал молчал. Ну, представь, то есть ты играешь много ланов, то есть те же Face Clan, да, у тебя там десятки турниров в плей-офф стадии со зрителями, и на твои раунды никто не кричит. То есть ты едва-едва слышишь, как кто-то кричит через свои звуконепроницаемые наушники. То есть все равно слышно через эти наушники, через это стекло, слышно. Но тем более они там были даже без стекла. Но все равно Face Clan было тяжело, то есть они едва-едва слышали своих болельщиков. А Cloud9 просто от зрителей реально победили. Это, ну, ну... А чё? Вот Cloud9, 500 тысяч. Первый финал для Face Clan, и неудачный. Face Clan реальные фавориты. 3-0 высшие стадии. 2-0 Маус, 2-0 Нави. И проигрыш в финале. Инферно. На Инферно, наверное, перенервничал Керриган. То есть от Керригана было мало киллов. Ну, то есть намного меньше, чем, допустим, вот в этих матчах. То есть у него тут 1-0-5. Тут у него 0-79. Ну, другие хорошо играли. Тут другие не включались. То есть не было Ника. Вот Ника не было. Ника пропадал. Олф играл дефолт, Рен играл дефолт. Вот Ника пропадал и Керриган. Все. То есть и эти просто от зала зарядились. Ну. Там когда выходили Cloud9 и Фейс, это два разных выхода. То есть на Фейс там чуть ли не уколи, а там первый пистолетный, кстати. Возвращаясь на матч. Ну, короче, как-то зал зарешал глобально. То есть это, блин, эти челы не взяли. Я вот почему баблю? Вот каждый раз, когда я Cloud9 этих обсуждаю. Cloud9. Смотри, давай посмотрим турнир, который взяли Cloud9. Первый турнир. Так тут у них даже не состав вот этот мажора. Это не состав мажора у них, это другой состав. Ну, игроки некоторые те же, но другой. Охренеть, какой-то мусорный турнир взяли. Тир 2 турнир, который проводился в Америке. Одни американские команды и одна австралийская команда. Классный турнир. DreamHack Open. Охереть, тир 2 команды, побеждаем. Классный турнир. И мажор. Все, у них больше турниров не было. Они не дошли ни до финала, ни одного турнира с этим составом дальше. Понимаешь, это человек, который один турнир взяли глобально в своей карьере. Два в два. Спинкс и Дуча. Уэнс, это их надежда. Ой-ой-ой, хорошо подстрелил. Теперь Спинкс с автоматом. Это переворот игры. Эй, не зря он ему автомат передал. А бомба контролится. Хукси, капитан. Копиган и Флеймс. Амогус! Это Спинкс! Или просто Амогус. Нужно эти, знаешь, стикеры Амогус сделать. А у меня Амогус-то есть в Дискорде, подожди. Я в Дискорде вроде бы добавлял Амогус. Да, у меня есть Амогус. Сус. Сус называется. Хукси правильно играл. Он дождался первого, не дал поставить бомбу, а второй не перестрелял. Но тут хорошо Энс сыграли. Ой, Роэдж. Ой-ой-ой. Спинкс умирает. От пистолетика? Хэдес. Я как-то должен комментировать вот эти три килла, с ТЗшки, не знаю.
empty bomb site, or maybe just one defender towards ramp. And Roy, he makes that ZZ shine. Ferenc, though, of course, is going to be the four spy coming out. The AK, this time in the hands of Madden. Потом цены стикеров. нету цены. Но сколько стоит Титан Холл? Не, как-то дешево, $2000, они как-то. А, нет, $2000, кажется, оно и было. $2000 просто наклейка. $1500. Закинь, знаешь, кто-то там зарабатывает, допустим, дай бог там $500 в месяц. Просто представь, наклейка, которая там 3 их зарплаты или 4. Наклейка, Карл. NFT тоже, буквально. Роэдж, ой, Роэдж. Роэдж включается на этой карте. Нет, Спинкс Хэй. Хадес убивает Мадденом. Включает. Снэппи. Снэппи хотел сыграть гениально, но от лука. Я какое-то еще хотел видео тебе включить, да? Камбэки, было что-то еще. Камбэки, что-то еще было. Что-то было еще, камбэки. Ладно. Так вот, Gaming Flames Fans, третий для Gaming Flames. Full buy против обыкновенного эко раунда Тенс. Дуча на скале, Снэппи. Будет с ним играть на аутсайде, Никодас. Авокадо Никодас. И с Роиджем на улице. Роидж Мэйни, Никодас. За синим. Какой килл? Первый Роиджа. Снэппи. Умирает Никодас. Добивает все-таки Дучу. Роиш по Мэддену. Килл работает. И остается Хадес на миду. Дуча уже спускается. Ой, Спинкс уже к нему спускается. И будет вместе с ним умирать. В ноль. Раунд в ноль. Это... Ничего удивительного. А пока? Гарри мог искать свою судьбу. В одной деревне на ночлег старик пустил в избу. Мы пили крепкий самогон, хозяин был к нам добр. Река бежала за окном, шумел сосновый бор. Ой-ой, Спинкс по джебе, короче, килл Роидж разменивает. Хукси в смоках. 200 IQ movement. Мадден. Роидж убивает Маддена. Пыл больше могу, но меньше, чем хочу. Я не пою, я не пою, кричу. Глотку не заткнет, не запретит мой пляс. Ну ты сыграл, Трик сказал, да, я наш рассказ. Сказочно богат, но не имел детей. Он стол и пригласил гостей. Он переспал со мной вдовой, вдова сказала, жди. Теперь зима, я разрешусь, когда пойдут дожди. Зимы захрапел, как красномерский полк. Он крепко спал, когда во сне ему явился волк. Он, если хочешь, дочь, брось голову в огонь. Да хочешь сына, так дай мне правую ладонь. Не будь прямым, как осел, будь чистым, как слеза. Но знай, захочешь обмануть, давай родить козла.
Сейчас Иван открыл глаза, Алан на боку поглаживая зад, пялил на себя ботинки и трусы. Запряг так быстрых вороных, и кони понеслись. Иван скакал 4 дня к Кудыкиной горе. Там на горе жил друг Макар, везла тебе серебре. Слышал городовым и пропивал навар. Слав о Ваниной беде сказал, споймаю тварь. Ставили капканы вдоль лесных дорог. Попался лев, лесной заяц, но не попался волк. Прямо в дыбали жертвы и ринулись в леса. Взялись за волками, кончилась весна. Фулбай атент тем временем. Конец должен цепляться. Стенка на аутсайде. Поехали дальше. Это певино, гуляя вдоль дорог. Значит, дело, взлетело с живот. Однажды августовским днем заслышав Ванин крик. Давай схватила керосин и подожгла тростник. То был есть как условный знак, прискакал Макар. Чё не наступил сентябрь, как прискакал Макар. Слинул камыши и глянул сквозь огонь. А там Ван без головы, и где его ладонь? Вернулся, ё-моё, но тихо, не со зла. Давай не дождалась дождей, родила козла. Душа 1-3. Это еще не вся песня. Трик закончен. А, тех прошлых. Макар взятки сел. Опустили в огород и козлик окосел. В скроне, но болот там тихо, не души. И из груди его растут цветные камыши. Первая пауза, тенс. Старик закончил, тихо стал, открыл нам сеновал. Друзья заснули в сей же час, и только я не спал. Я думал, глядя на луну, что стало со вдовой. Значит, где я слышал волчий вой. Цветные калаши. Цветные калаши, да. Цветные камыши. Кам. 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 Так, давай дальше что-то. Как по паням. Ой, снэппи туща, поехали! Третий для Энц. Мы идем в тишине. Я не буду петь, я слова не помню. Багет, ле багет, ле багет, ле багет.
Что-то там португальском. Очень много вот, из Бразилии. Реально, очень много. Хоть их вылетели, пацаны, но они сидят, понимаешь? Они купили билеты. И сидят до конца, до победного. Мы идем в тишине, победы вести. О, стенка хорошая на миду. Спинкс пробегает по винтам. Молодец, Родж. Все. Зашли Б. Зашли Б, Никодас. Авокадо Никодас. Никодас. Ловит. 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 Какой мистайминг. Он просто не туда смотрел. Зифон двоих убивайте. Времени у Джаби. Уже. Поджимает Сквик. Джаби. Килл по Спинксу. Маден. Зайф, он убивает троих. Что происходит? Музыка меня не перекрикивает, надеюсь. То есть, именно баланс музыки с этим нормально, с моим голосом. Нормально, надеюсь. А у меня, наверное... А ты, наверное, музыку слышишь громче, чем игру, да? Как оставить так, как есть, или... Потише сделать что-то. Так. Фух. Немного. Ах, песня. Окей, оставлю. Я хочу другую песню, блин. Я эту песню миллион раз слушаю, поэтому... Меня она уже подзадолбала. Если что, называется «Далеко бежит далеко бежит дорога» от исполнителя «Гражданская оборона». Даже на такое включу, то, что ты не слышал, наверное, и вот то, что будет мощно. Это... Так, как раз по Мадну, килл, Дуча, бывает Ройжа в смоках. 4-4 ситуация. Нету ну, ни у кого преимущества по людям. Спинкс должен поджимать. Поджим должен дать, я имею в виду Зайфон. Все-таки забивает Спинкса. Хукси, Джаби. И Зифон заняли. А, нет, Зифон нет. То есть 5 и двойка уже заняли лобби. Сейчас будет тяжело лобби выбивать им. Из, ну, игрокам Энс. Дурак. Будто говори, что смех полезен. Тысячи морщин. Но пух от табака и пьянства. Янкий бессобый Аликин. Ролей солод хулиганства. Смех сосвинел королевской мане. Оф, мейстер! Олафмейстер! Олафмейстер, он тот! Вот он! Эй, черти! Маленький шут! Легенда! Легенда! Будет новый маскарад! Позыри в мире фейерверки! Танцы! Денег масочный! Красочный наряд! Бегать, прыгать и смеяться. Хочет нож к королю. Смешится все с безобразной пляской. Шатает соловью. Бывает урана под маской. А это пуш Хевена. Никогда должен бежать. Низкой монеткой маленький. Ой-ой-ой, перестреливает авик стеками. Нароешь на дальней дистанции эффективнее. Хадес и снапи. 2 в 4. Мы на свете. Ой, Хадес. Нужно убивать Ройжа. Ройж. Ой, не попадает. Не ловит тайминг. Снэппи. 1-4. Смех со смелым королевской монеткой. Маленький шут.
Черные клетки, пьяные сны, карусели, черти, маленький шут, самый грустный на свете. Цех засвинел королевской монеткой, маленький шут, самый черный клетки. Starting to finally feel a little comfortable. I feel like maybe the past couple of rounds have been the only time where Copenhagen Flames could have just let out a sigh of a little bit of relief. Дятли, Copenhagen Flames. Энс, давайте, показывайте атаку какую-то, хотя бы. Три раунда это, ну, надо больше, вы можете больше. Джеби, Спинкс, Пакел, ооо, Спинкс хороший. Палкин, Палкин. Никодас, должен убивать. Ройдж, ой-ой, Ройдж, потерялся. Никодас, авокадо Никодас, 1-3, это сейв, 4-й. You're missing kind of the BAM! Ха! Я бы даже, например, этот мем отключил бы. С МГР. Фулбай, Атенс. Наконец-то мы видим какой-то нормальный закуп, и надеюсь, они смогут реализовать свой бай. Ты про КР забыл? Какую? А КР почем? Ой, Хэдес. А как? Гадай по мастерству? А, ну гадай по мастерству 2 минуты делается, на самом деле. Там половина ответа в интернете, на самом деле, находится. Дуча. Ну, есть. О, Джеби. Жаба, ну что ты робишь? О, Спинкс, молодец. Жаби убили? Да, да. Наверное, на записи такой кринж, наверное, будет. Типа, я просто рот открываю, знаешь. Хейдес заканчивает этот раунд. Пользуемся. Там перерыв между Нави и Энс будет час. То есть я думаю, за час ты сделаешь, и мы на Нави вернемся. Потому что Нави тоже типа, ну, сейчас. Да, 1-0-0. Вообще, долго еще до матча. Ой-ой-ой. Даже если будет три карты. Ой, Спинкс, умничка.
После перестреляли. Шестой для Энс. Пожалуйста, пацаны, шестой. Дуча и Спинкс. Нашивает просто в дым. Шестой. Таким же счетом закончили НИП. О! Слава Украине! Слава Украине, хлопцы! Норс Македония. Слава Македонии. Из Македонии тут никого нету, кстати. Хотя... Джеби расстраивается, понимает, что он после этой карты отправится на карту D Airport. Спинкс. Спинкс на богах. Двоих на улице просто. Дуча. Ой, Дуча, Дуча. Важный килл, важный килл. Дуча делает важный килл. Давайте, пацаны, закрывайте мусор. Ну, заканчивайте вот этот, эти страдания. Ну, Дуча просто включился. Раз. Дуча раз? А Дуча, как кто еще не убивает? А бомбна? Бомбна? А я не знаю, где бомба, понимаешь? А я не знаю, это не... У Спинкс услышал. Ну, дефюзите, пацаны. Восьмой для Энс. Но Кобирай и ФС поставили бомбу. Какой-то кал играет. Сейчас. О, вот это. Фейл. Кто это? А кто это? Я не знаю, кто это. Даже не спрашивай. Даже я не понял прикола. Насколько это локальный мем. И all the misery, everybody wants to be my enemy. There's the sympathy, everybody wants to be my enemy. Me be myself, my enemy. Спинкс не находит килл пока. Так, Ройдж, мы сейчас как раз помиду. Ой, по аутсайду сыграем. Я путаю мид и аутсайд, вот вообще не понимаю. Я нюк просто мало играю, поэтому я путаю позиции тут. Немного. Хейдос. В секрете. Просматривает улицу, ему надо играть с мейном. А на мейне должен быть Ройдж, если не ошибаюсь. Джеби. Потихонечку. Мне же закрывает как грамотно. Ой, молик хороший. Молик по Хейдосу хороший. Хейдос делает килл по Хуксе, ой-ой-ой. В тот случай, когда два молька не спасают тебя от смерти твоего тиммейта. Дуча, он не, пока не кадал, он находит невероятный килл. Второй. Девятый для Энс. Огонька надо включаться.
Надо включаться быстро. Спинкс, 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 Спинкс. Спинкс рано стреляет. Зифон убивает Маддена. Делает, ну, оставляет шансы. Но хочет продолжить соревноваться Джаби. Это 2 в 5 ситуация, Север, 2 в 3. 20 секунд, нету времени. Надо бежать на. Спинкс правильно меняет позицию на сайт. Ой, снэппи. Килл по Джаби. Бомба, бомба, надо бомбу забирать. Успеет? Не успевает. Чуть не отдали Энс. 2 в 5, но время играет на их сторону. Это был близкий раунд, очень близкий. В шаге от провала Энс были. А в шаге от потери преимущества своего. Ле багет, ле багет. Вторая пауза от Бохонь Киф. Your family is proud of you. О, это Никодас. Твоя семья грызет с тобой. Не знаю, это знакомая его. Но болеют. Болеют. Они... То есть поддержка у огоньков есть. Мощная. Ну, такая... Ну, Уфу... Самая мощная поддержка это... А, самые лучшие толпы, я хотел тебе показать видео. Ладно. Когда ты вернешься, тогда в перерыве между первым и вторым... Первой и второй картой Нави посмотрим самые лучшие реакции толп. Вот там... Мошка. У огоньков нету денег особо. Надо... Шел черный дым. Зифон не находит килл по рампе. Но собирает информацию, потому что один рампа. Хейдес помогает капитану с рампой. Снэппи не видит радио, говорит, радио, видимо, отошел. Но я подойду под пушу, вдруг кого-то найду. Снэппи все-таки... что сказать... Парень с Зифоном, а Снэппи такой постарше человек. И на реакцию ему тяжело играть. Чаще всего. Ой, Хэдес, Хэдес, Хэдес. Аккуратненько, Хэдес, аккуратно. Молю тебя, раз. И отошел, отошел, надо отойти. Ой-ой. Ну, блядь, ну... Ну, вот нахрена ты, блядь, ты играешь сам соло рампа. Ну, вот нахрена ты вот стреляешься, вот нахрена, ты не знаешь, что ты противников. Вот, блядь, ты стоишь соло рампа. Так тяжело после убийства просто спуститься по рампе вниз. Это ж тяжело. Это ж тяжело, ну, это ж надо быть, ну, каким-то просто, вот, на него просто вылезли пистолет. Ну, что он сделал с этим Майком? Ни хрена. В том-то и дело. Отдали преимущество Энс. Отдали преимущество на рампе, непонятный поджим Снэппи, непонятная игра Хейдеса с Авиком. Ой, Спинкс, тут хороший поджим от Спинкса. Так тогда играть на Эко, а не на фулбаях, понимаешь? Хейдес. Убьет Хейдес. Нет. Роидж. Молик Вангар. Ой, туча. Хотел понашивать, но что-то не вышло у него. Перестанусь. Хэдес. Ну вот что это за дырка, блядь. Вот матч НИП против ФС Клан. Опять какая-то дыра непонятная. Там просто чел стоит, допустим, с Эмкой, и все, он убивает вас.
Фейс Клан взяли раунд один так. Ну чего вы на улице стоите, а? Ну чего вы там дрочите, а? Ну, Роэш убивает Дучу. Важный килл, кстати, убивает убийство Дучи. Хейдес. Вот что они творят? Ну, у вас, типа, расклад, в котором, у вас лежат смоки, у вас чел с бомбы в секрете. Вы вдвоем идете фидить в аутсайде. Нахрена? Вы даже все после за ним идете. Вот зачем? Ну, зачем контроль аутсайда на пистолетах? Ну, против пистолетов. Вот что это, смог развелся, убивает чел Славик. Ой-ой-ой, Дуча помогает своему тиммейту Хейдусу, разменивая его. Давай я... Не, я не хочу эту песню, чтобы такое. Так, а я пока матч вижу, хорошо. Я пока без музыки. Так, Никодас убивает Дучу в ангаре. Ладно, давай Дифан. О, Никодас, хороший хил по спинксу. Так, Джаби, Хевен. Ай-яй-яй, Маден. Все-таки сильнее, 2 в 2. А Хукс сейчас убьет. Нет? А Хукс читает? Не, ну такой... А, я думаю, это уже этот... Снэппи там в своем компоненте. Мадден. Но это не чекается. Это не чек. А чё Хукси пошел с бомбой сам? А чё с бомбой сам пошел? Снэппи на Б, все правильно. 1+1 играйте. Снэппи. Блять, а чё он пошел соло? А чё он пошел соло с Квик? С бомбой. Ты ж перестрелять не можешь, чел. Ну чё ты сам ищешь какие-то перестрелки? Но тут ошибка не в том, что он не зачек, а ошибка в том, что он пошел, в принципе, сам. В этом. Третья пауза от Quick Game Flames. Снэппи уже устал от этих пауз, хочет быстрее закончить игру, пьет чуть-чуть редбула для заряда. И... Я говорю, болею за Энц, но я просто не понимаю, что делает Quick Game Flames такие важные раунды. Раунды, когда, типа, решается... Итог игры, вот у них денег нету. Нормальных. У них Мактена. У них Мактена плюс Дигл. Два Мактена, Дигл и Галил. Зифона хорошо взрывает. Ой, Хейдес, инфа. Хейдес, все-таки... А чё Хокси выскочил? Соло, аутсайд. Ну, снайпер тут хорошо убивает. А чё Хокси забежал в мейн? И так тупо побежал в открытую. Я не понимаю. Ну, типа, это ж понимаешь, что они взяли... Они так закупились. Для того, чтобы... для того, чтобы выигрывать раунд. То есть тут типа, вот тут что это? Ну типа Хукси просто выскочил, ну, без какого-то чека. Снэппи убил, хорошо. Ну, без флешки выскочили нормально. Опять фаст какой-то раунд. Хукси соло в винтах. И 4 рампа. Снэппи читает это. Ну... Снэппи, килл, Хукси.
Никогда. Ну вы издеваетесь, вы идете на рампу и не чекаете, ну типа очевидно 90. Ну блин, чекайте же 90 вы, а? А надо чекать 90, когда вы идете ретейкать точку Б. Когда вы идете ретейкать точку Б, вам вот этот 90 такое только Патлену может сделать. То есть я там сижу часто. Бежу так. То есть я там через раунд сижу. И меня там никто не чекает. Но я вот не купаюсь. Типа люди вообще это не понимают, да? Ну молик дайте. Не знаю. Ну типа хоть что-то сделайте с 90. Это очень важная позиция. Если вы ее отдаете, если вы ее не чекаете, оттуда выходит Дигл, убивает двоих. Вот и все. Вот, ну, я не понимаю. Вот какие-то такие тупейшие ошибки. Я понимаю, там тактические ошибки совершать, но это ж такая ж тупейшая ошибка. Вен Флеймс после заряда от зрителей, они включаются и начинают потихоньку действовать. Мышка. Показывает мышку от Реза. Вот ну, что. Ну блин, ну пацаны, вы же даже не чекнули. Даже что не посмотрели. Просто вы же знаете, у них эко какое-то непонятное. Ну, они же явно будут прятаться и играть, ну, на таких перестрелках с нычки. На неожиданности будут играть. Ну, вы не ожидаете. Рой пропрыгивает, походит спокойно секрет моли. Авокадо никогда с наших тепов проходит, они не знают только по одному. Хедес и дал инфу по одному. Хедес в ангаре на нычке. Так. Так, спокойно, люди. Так, все спокойно. Хейтес. Дефо, Никодас, Фокси. Ну, Хейтес, сейчас важный килл. Если Хейтес не убивает, то это... Раз. Раунд за Энс. Раунд за Энс это. 3 в 5 для побегания Флеймс. У них 40 секунд, им надо очень быстро действовать. Прямо выскакивать куда-то, они просто по одному стоят на карте где-то. Ладно, увидел Роя. Джеби. Ну вот Джеби может преследовать один на один, без Б. Но Джеби уже красный. И надо прямо выскочить Б. Причем быстро, 20 секунд, пацаны. Быстро. Ну действуйте, алло. Маден, раз. Я вот никогда просто не понимаю, то одни тупят, как, ну, как пробка, то вторые просто какие-то непонятные ошибки. Четвертая тактическая от Огоньков. Из Копенгагена. Последний тайм-аут, тайм-аут для Огоньков, видимо, для, ну, в принципе, на Лажоре, я так предполагаю. Потому что... Ну, слабенько фанаты орут. Если Энс берут этот раунд... Тогда 2-0. Ройч подбирает Дуча. А Дуча не услышу, видимо. Ага, Ройч в секрет заходит на шифте. Хедес, Спинкс. Спинкс, ой, Спинкс сейчас... А, Спинкс не видит. Я думаю, Джеби, типа, перешел смог. Так, Спинкс. Спинкс на будке. Дефолтная позиция. Но ее тяжело убивать всегда. Всегда тяжело. Даже если ты знаешь, что там чел сверху на будке, над будкой, то всегда тяжко. Дуча под флешку пикает, убегает.
Трое в лобби. Это, видимо, будет выход А. Пробуют ребята из огоньков. Из Копенгагена. Выйти точку А. Без гранат. Окей, молик. Хорошо. Спинкс. Джаби. Делает килл. Спинкс разменивать. Спинкс второй. Никогда все-таки добивает спинкса. А Маден на третьего, второго не считают тут. Попалился Маден. Маден хорошо спреет. Герой 1-2. А, Рой не ожидают. Сейчас спину убьет Рой. Ай-яй-яй! Ошибка! Ценой в проигрыш карты. Нету денег у... из Копенгаген Флеймс. Ни у кого нету денег. Не надо было ставить бомбу, они не поставили бомбу. И... такой шанс. Маден тут хороший килл делает. По двоим. Снэппи. Снэппи вовремя поворачивается. Рой. Понимая, что он натворил, что он, скорее всего, проиграл мажор. Дать мулом. Трое в радио, а двое в радио, один смотрит лобби с Авиком. Тоже будет... А, не, деньги есть в Grand Flame все-таки. Я туда думал, посадочка для чек-рампы. Никогда никого не видит, говорит, давайте выйдем хотя бы на Б. Снэппи раз. Ему Дуча помогает уже. Дуча разменивает своего капитана. Хедес килл, но... на аутсайде, на улице, то есть Джеби и Никодас. Два игрока, оставшихся от Копенгаген Флеймс. Джеби получает отличную хаешечку под ноги, минус 40 кп уже теряет. Это они все дальше и дальше от победы в этом раунде и победы в принципе на карте. Маден. Мадену главное сейчас не открываться под будку, потому что в будке Авик. А он сейчас откроется под будку. На шифте. Сейчас. Да, я буду. Дуча. Килл. Он ноузумом на такой дистанции попал в голову. Покажите еще раз. Блять. И они проигрывают раунд из-за этого. Ну, из-за этого они, в принципе, проигрывают раунд. Матчпоинт. Матчпоинт, Дэнс. Я надеюсь, что Копенгаген Флеймс после этого матча будет заедать свой стресс мороженым, как я. Это выскочит, это они будут выходить в рампу, но их сейчас Снэппи примет. Так всегда. Типа команды, когда, ну... Так всегда, когда команда в шаге от проигрыша, они выходят на рампу просто. Без шуток. Так всегда было. Такое ощущение. Это такая типа мета проигрышная на нюке. Снэппи убивает Джеби. 40 секунд. Надо действовать огонькам. Хейдес. Пусть кил по спинксу. Дуча сам в сайте на А. Не перестреливает, это шанс. 3 в 3. Авокадо никогда считает винты. Он видел. Ой, Хейдес. Отличный килл по Хукси в мейне. Так.
2 в 3. Убирай Флеймс. Зифон, убирай Хейдеса. Никодас? Они остаются. Спасибо. Спасибо за это. За приятный аппетит. За приятный аппетит. Ну, убираем Флеймс. Хотят воевать. Украинский флаг был там. Слава Украине. Третья пауза от Тенс уже. Им надо включаться. Им надо один раунд. Пацаны. Там сейчас капитан. Снэппи Грис. Пацаны, спокойно. Один раунд. Делаем. Дефолт. Не, у тебя этот стикер какой-то лапши. У меня мороженое. Ну... Посудина похожа, да, да. Посуда похожа. Они хотят на доп выйти. На прошлой карте они тоже хотели выйти на допы. Спинкс понимает, что... Как много гранат! Черта агрессия, Снэппи. Ой-ой-ой, Снэппи. О, Снэппи, слишком рано стреляет. А зачем... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! О-о-о! Кукси, 1-4. Это не берется! Это не берется! Просто пистолетики взяли и перестреляли всех. Как? Что это такое? Как они с пистолетиками? Ну как вы, блин, под Дигл так открываете, что вас Дигл двоих убивает? Ну что, вроде бы камбэк, если вас просто Дигл убивает за смоком. Они на шаг ближе к титулу, чем остальные команды, которые уже вылетели. Команды Flames, не знаю, они мне изначально особо не нравились. Это такие тир-2 игроки, которые... Ну, такие, правда, тир-2, и вот остаются тир-2. То есть, вот, человек, который, ну, не перепрыгнут, ну... Не перепрыгнут себя и не станут тир-1 резко, которые, ну, не выйдут, не вынесут Нави. Так вот. То есть, ну, реально, Энс на голову выше играют. На голову выше они играют. Ну, половина, 12-3. Видите, вы пикаете свою карту, у вас тест-сайт 3 раунда. О чем это говорит? То, что у вас вертига не готов. И вы пикаете его против Энс. Энс одни из самых сильных, если не ошибаюсь, на этом чертовом вертига. Давайте посмотрим. Стац. Энс. Энс хорошо играют. Я пойду к Рейзе. Хорошо. Хорошо, я пока офну. Я офну стрим. Сейчас я тебе. Я напишу тебе. Ок. Пока офну. Офну. Вложу на YouTube этот стрим. И запуск. И запуск на Нави. Запуск на Нави. Нави. Да. Так вот. Дорогие друзья, те, кто досмотрел до этого момента, спасибо вам. Спасибо за то, что вы просидели и досмотрели этот матч. Невероятный такой между Энс и Копенгаген Флеймс. Матч Нави Хероик будет через 1.5 часа. Мы увидим все-таки этого, такого, 4-го полуфиналиста мажора. И
Уже завтра мы узнаем, кто выйдет в финал. А послезавтра будет Grand Final. Grand Final. И, как я говорил, скорее всего, это будет Na'Vi, Phase Na'Vi. И, видимо, либо Triumph Na'Vi, либо Triumph Phase. Две лучшие команды на Земле в данный момент. И они, видимо, будут сражаться в финале. Но до этого надо дойти. И... Пришло. Наверное, скоро. До финала. И полуфинал надо дожить. А пока у нас будет последний полуфинал. Ой, последний четвертьфинал через полтора часа от момента проведения стрима. Я стримил 2 часа. Я доволен. Мне понравился матч Энс между Энс и Копенгаген Флеймс. То есть, хоть и Вертиго был очень таким предсказуемым, Нюк оказался более интересен, более насыщенным на хайлайты. Молодцы, Копенгаген Флеймс молодцы, они смогли дойти, они смогли доказать себе, что они могут играть в плей-оффах. Но пока что как команда 3-2. А кто его знает, может... Их купят кто-то, кто, например, больше платит и будет платить им высокие зарплаты, и они вдруг резко заиграют. Но, ну, точно не сегодня. Это молодая команда с перспективными игроками. Может, будет какой-то бан Ройджа, не знаю, бан старых игроков, или, например, то есть Ройджа, да, и поставит какого-то молодого датского игрока. Но это всего лишь мои какие-то... ощущения от всего этого. А пока, что могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь своим мнением о матче, который был только что, и приходите на стримы там, и на наш Discord-канал, и чекайте мемы, или сами их постите. Всем пока!